Сегодня у нас 29 мая. Мы находимся на складе компании Imtex. Это цокольный этаж. Это склад, куда не допускаются клиенты, для которых другой есть склад. Совсем по-другому выглядящий. А здесь ведется работа с сотрудниками компании. Назым, можете рассказать? Или Сергей Викторович? Сергей Викторович, я могу рассказать. Здесь все по категориям. Он назвал, хорошо рассказать. Свет выключается здесь. Здесь и носки. Здесь склад белья. Белья склад для сборки заявок. Наверху склад для клиентов. Тоже бельевой, носочный. Вот колготочный склад у нас через дорогу. Да, здесь нет колготок вообще. Здесь нет все колготочные бренды находятся на отдельной территории. Там большой склад. 3000 квадратных метров. Ну, здесь все аккуратненько. Здесь 2,5. Коробочная Италия находится. Здесь 2,5, там 3000 квадратных метров. И наверху тоже 1300 там, 1300 здесь. 1300 здесь. И наверху еще склад для клиентов 1300. Шоурум. И отсюда продукция отгружается уже в машины ваши? Машины, да, и разъезжаются. Колготки грузятся на том складе, белье все грузится на этом складе. Машины группируют заказы по местам доставки, разъезжаются. Система очень сложная, потому что одновременно уезжать может 260-300 заказов. Ого, это одновременно? Одновременно. Да, машины уезжают 4 стороны сразу же. Мы в день собираем до 260 заказов. И клиентов у вас около 2000. Да, 2000 магазинов. Так, здесь мы посмотрели, теперь наверх, и там короткое интервью там сделаем.